13 июля в Михайловском сельском поселении прошел сход граждан. С людьми пообщался глава Северского района Адам Джарим. Они могли задать ему интересующие их вопросы и обсудить проблемы в поселении. Больше всего граждан волновали такие вопросы, как электро- и водоснабжение, ремонт плотины и медицинское обслуживание. С докладом о проделанной за первое полугодие 2021 года работе выступила глава Михайловского сельского поселения Елена Клименченко. Общий объем доходов бюджета на 2021 год утвержден в сумме 14 174 300 рублей. За первое полугодие 2021 года доходы выполнены на 58%, что составляет 8 244 600 рублей. Расходная часть бюджета составляет 16 435 500 рублей. В конце встречи Адам Джарим поблагодарил администрацию поселения за добросовестную работу. Я приезжаю сюда, я никого не предупреждаю, когда приезжаю. Я и на кладбище бываю, я и везде бываю, смотрю, где кто как, и по улицам езжу. Вот. Поэтому спасибо, вот, Елена Семеновна, значит, вот то, что вы с ними вместе и организовали эту работу. Я уверен, что ваш тост не раз еще займет первое место. Уверен. А вот поэтому... Друзья, только могу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, пережить там вот эти вот трудности, вместе пережить, никого не потерять. Следующий сход граждан пройдет 15 июля в Азовском сельском поселении.